Chuck me back to back to back to Chuck it. Всем привет! Доброго карантинного дня! У нас уже, кажется, 18-й день идет. Да, мы сидим дома, никуда не выходим. И поэтому, ну, как бы мы не можем делать реакции со мной. Мы будем делать это либо по отдельности, либо совмещать видео. Сегодня очень классное событие. Макс Чанмин из TVXQ выпустил свой клип, который называется Chocolate. Вот, и я просто обязана сделать реакцию на это, потому что он моя первая кей-поп-любовь, да, которая началась очень-очень давно, когда мне было лет 18 или 19, не знаю. Сейчас мне гораздо больше. Да, не буду говорить сколько. Вот, в общем, let's go. Моя кошка сходит с ума, так что будут посторонние звуки. Окей, раз, два, три, поехали. О, этот момент мне нравится. Боже. О май гаш, that gaze. Очень в стиле того, что делает TXQ в последнее время. Он прям такой расслабленный, уверенный в себе. Ну, он всегда, конечно, в себе уверен. Модель. О боже. Так он смотрит, по-моему, только на еду. Мона. Это все 2:56, меньше 3 минут. Ну, прикольно, что такой сюжет вместили в такое маленькое количество времени. Блин, он шикарен. Это прям no doubt. He's a truly idol. Oh my gosh. Да. Мы растем, взрослеем вместе. Окей. Спасибо за просмотр. Не болейте, будьте с нами. Смотрите наши реакции.
пока проводите время на карантине. Ну и после этого тоже. Все. Всем пока.